По причине того, что многие люди неответственно относятся к своевременной оплате кредитов, коммунальных платежей, алиментов, штрафов ГИБДД и многого другого, судебные приставы Ленинского района совместно с сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению должников. Очередной рейд состоялся в пятницу у железнодорожной станции Расторгуево. У нас есть своя база, мы проверяем наличие исполнительных производств. В случае наличия исполнительных производств мы должнику вручаем требования о явке на прием к судебному приставу. И, соответственно, на приеме уже пристав производит все остальные действия. Либо в сумме задолженности свыше 3000 мы описываем имущество должника. Выявить должников достаточно трудно, поэтому приставы прибегают к помощи полицейских, которые останавливают автомобили, в результате чего пристав может пробить по своей базе водительское удостоверение и проверить, имеются ли на водителе задолженности. По опыту, такие рейды способствуют улучшению ситуации с неплательщиками. Люди начинают понимать, что скрываться и не оплачивать свои задолженности бесполезно. Я проверяю всегда себя. Есть или нет. Я на той неделе смотрел базу данных, у меня не было. Но у меня еще дочь ездит, поэтому где-то могла попасть. Но таких сознательных граждан мало. Ежедневно в области выявляется порядка 7 нарушителей. Меры административного воздействия за неуплату задолженности внушительные. Двойной размер штрафа, 50 часов исправительных работ или арест сроком до 15 суток. Кроме того, теперь водителям стоит вести себя на дорогах в разы аккуратнее, ведь с 1 июля произошли изменения в правилах дорожного движения. Теперь за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание статьей Уголовного кодекса. Штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы в размере 500 часов и при повторном вождении в пьяном виде лишение свободы до 2 лет. Также изменения коснулись мелких ДТП и пешеходов, которые отныне за пределами населенных пунктов обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы. Это связано в первую очередь с безопасностью дорожного движения, чтобы водитель при движении их замечал, видел. Наказание за это предусмотрено в виде штрафа в размере 500 рублей. Нововведение касательно оформления дорожно-транспортных происшествий, так называемой мелочевки. Значит, с 1 июля водители теперь сами, без участия ГАИ, имеют право зафиксировать данное ДТП. И связано это с тем, что каждый день происходит много дорожно-транспортных происшествий, имеющих незначительный ущерб. Небольшая царапина, сколы, камень стекло разбивает, а большой поток машин идет, создаются пробки. Тем водителям, которые перевозили в машине ребенка, сотрудники ГАИ подарили светоотражающие элементы для безопасного передвижения малышей через проезжую часть. И еще раз напомнили, насколько важно возить ребенка в машине исключительно в детском кресле. По итогам рейда были выявлены только штрафы, касающиеся дорожного движения. В остальном нарушений не было. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.